Итак, попробуем. Хотя можно было потренироваться на чем-нибудь, но ничего, мы здесь потренируемся. Видите, чем сильнее мы выжимаем, где-то отсюда ветка просвечивается, где-то отсюда ветка просвечивается, где-то отсюда ветка просвечивается. Вы здесь уже сами можете делать свое дерево. Вам не нужно повторять за кем-то свое дерево. Делайте свое дерево. Если вам что-то не понравилось, берете вот так, снимаете, все чистите и делаете так, чтобы понравилось еще раз. Все исправимо. Везде все можно исправить в любой момент. Делайте так, как будто вы уже это делали раз 525 раз. Не бойтесь. Где-то можно взять, чуть подправить. Здесь тоже можно взять. Такс. Вот про что я говорю, чтобы ветки они были не были такие прям как эти, а с такими изгибами, с такими поворотами, намного эффектно выглядит. Так, дальше что мы делаем? Здесь у меня кисточка, она, видите, она не такая кисточка, как эта кисточка, а чуть-чуть другая, такая повидавшая. Повидавшая много барельефов. Что мы делаем? Мы берем ее тоже делаем. Что делаем? Мы ее мочим. Для чего смачиваем ее? Да, для того, чтобы шпаклевка не прилипала. И здесь у нас, обратите внимание, у нас здесь чуть-чуть шпаклевка тянется. А нам нужно, чтобы она не тянулась. Значит, нам нужно взять, переждать кое-какое время, чтобы эта шпаклевка просохла, чтобы она не тянула за собой шпаклевку, а протыкала. Понимаете? Чтобы она... Поэтому мы все это оставляем на потом. Мы сейчас начнем изображать горы. Горы – это то, что я люблю, то, что... Не прям так много, не такого прям сложного ничего нету. Такс. Ну, начнем верхушку. Ну, здесь горы, как вы все знаете, горы у нас, да, какие-то части выступают, у гор бывает. Понимаете, какая-то выступающая часть бывает у гор. Тоже такую же создаем форму, создаем горы.
Видите, я работаю как. Беру, набираю. Также здесь, вот это, где у нас выступает склоны, вершины, все остальное. Вот я пока горы сделаю, у меня уже кроны тоже чуть подсохнут. И все, у меня уже готовое будет. Здесь у нас дерево, мы слегка плавно эту картину отведем под дерево. Здесь порядок такой. Не просто делать ее плоско, а какие-то выступы делать. У нас получается, вот мы здесь выступ сделали, потом мы делаем еще здесь выступ, получается. Вот. И вот здесь у нас ущелье получается, откуда начинаются рейки и все остальное. Заметьте, я это все делаю одним мастихином. Здесь тоже так же плавно. Здесь можно вот эту часть горы как бы еще поближе вытащить. По ходу фантазирую я здесь. Я здесь беру, по ходу фантазирую, придумываю. Сам создаю природу. Сам создаю природу. Также каждый сможет. Здесь эта часть у нас поближе уже получается, мы можем здесь себе показать. Но это все у нас на дальнем плане. Это все у нас на дальнем плане. Ну, я сделаю так, чтобы было понятно, что и на дальнем плане. Здесь мы будем чуть с минимум.
Для начала, если не хватает воображения, копируйте какие-то рисунки. Копируйте, делайте. Все остальное будет приходить потом. Самое главное попробовать, с чего-то начать. Попробуйте сделать простую гору какую-нибудь. Простое дерево. И все будет потихоньку, потихоньку. Все потихоньку придет. Везде все аккуратно подправляем. Можно также смочить мастихин, для того, чтобы шпаклевка не прилипала. И вот такой вот. Везде плавный переход я делаю. Везде берем плавный переход. Можно взять и такую кисть. Самое главное, ее нужно намочить, чтобы шпаклевка у нас не прилипала. И таким вот образом. Также, что еще можно этой кисточкой сделать? Можно сделать травку.
где-то здесь стали, где-то здесь. Здесь. Можно также продолжить добавить еще где-то кроны. Здесь. Это можно тоже добавить. Где-то можно взять и кисточкой добавить. Почему кисточка? Это как бы на той стороне, на дальнем плане получается. Можно спокойно сейчас сидеть и потихоньку где-то дорабатывать горы. Потихоньку над рельефом работаем. Да? Над формой. Здесь у нас как бы камни. Мы ее покрывать будем акриловой краской. Акриловая краска тоже быстро высыхает, очень быстро высыхает. В течение 10-15 минут. Но мы ее полностью покроем.